Погода в Беларуси близка к рекордам. Ночью заморозки по Брестской области достигли минус 5 градусов. И сегодня ситуация может повториться. Впрочем, по заверениям синоптиков, лето все-таки наступит. Прохладную погоду первых дней июня сменит жара. Такого перепада температур уже не будет. Сегодня днем до плюс 20, а завтра в южных районах страны столбики термометров поднимутся до 29 тепла. Немного прохладнее станет в начале недели.